С 18 по 25 ноября Бедогон-театр устраивает большой фестиваль детских спектаклей «Каникулы в театре». Но сразу скажу, что спектакли не только детские, спектакли и для подростков, и для всей семьи. И в рамках этого фестиваля, на который соберутся лучшие спектакли московских театров и театров Московской области, мы проводим эксперимент. И на него приглашаем молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет, и это будет такой абонемент, квест, приключение, который называется «Стань профессиональным зрителем». Мы проведем ребят по всем закоулкам театра, познакомим со всеми службами театра. Это гримеры, это звуковики, это светорежиссеры, много-много людей, художники в театре, которые откроют тайны своего мастерства.